Если в центре тротуары ремонтируют с небольшими замечаниями, то на окраинах бросают работу на полпути. Жители поселка Ганино жалуются на то, что получили грязное месиво вместо нового тротуара. 2 месяца назад подрядчики начали ремонт пешеходной зоны на улице Центральной, но вскоре куда-то пропали и оставили после себя не просто недоделанный тротуар, скорее непроходимые препятствия. Специалисты лишь уложили бордюры и засыпали пешеходную часть песком. Во время дождя все это размывает, и пешеходная дорожка превращается в грязное месиво. Если до начала ремонта здесь хоть как-то было можно пройти, то сейчас сделать это просто невозможно. Большие кучи щебенки лежат на противоположной стороне дороги. Засыпать ей песок и доделывать тротуар, очевидно, никто и не собирается. Там выложили бордюрный камень, выложили его неровно, поэтому мы приостановили работы, просили подрядную организацию переделать то, что было сделано. Соответственно, сейчас ждем исправления и окончания работ. Когда подрядчики вернутся и доделают тротуар, в Ганино не уточнили. Изначально стоял срок до 20 сентября. Очевидно, что вовремя новая пешеходная дорожка там не появится. Главный дорожник добавил, что замечаний к ремонтам тротуаров в этом году много. Подрядчики делают слишком высокие бордюры, через которые маломобильным людям не пройти. В некоторых местах на тротуарах не соблюдены уклоны. Во время дождя брусчатка будет стоять в лужах. На исправление ошибок дали чуть больше недели.